Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте сейчас, что же принесет вам вторник. Итак, мои хорошие, смотрим. Вторник принесет вам решение какого-то важного для вас вопроса. Какие-то люди, ситуации будут возникать из прошлого, очень приятные. Нужно будет для чего-то приложить усилия. Сейчас посмотрим, для чего. Пока не знаю, тут мужчина. Мужчина к вам какой-то будет приставать. Потому что он очень так ярко, активно будет проявлять инициативу. Так, а усилия как раз-таки приложить для решения еще какого-то вопроса. Вот, может быть, вопрос связан с работой или с обучением. Так, еще что во вторник? Во вторник будете строить планы на светлое будущее. Да, много работы, кстати, у вас будет. Так, и еще ближе к вечеру какая-то поездка, связанная с деньгами. Да, прям куча денег. Куча денег, девочки, во вторник вас ждет. Так, ну и карта совета на вторник. Посмотрим, что вам богини посоветуют. Так, угу. Богиня Мать, справедливость, которая говорит, что все проблемы, вот как раз вот эти вопросы, разрешатся по справедливости. Так что все будет прекрасно. Если хотите прокачать все сферы жизни для счастья и успеха, переходите по ссылочке в описании, добавляйтесь в мою группу и начинайте прокачивать все сферы жизни. Всего вам наилучшего, мои хорошие. Пока-пока, до новых встреч в новых видео.